Ёхали, какой газ, пиксельмоне? Покемон новый? Покемон новый? Нет, нет, не ловится, не ловится, покемон. Ты чё, мой покебол? Ах ты, паскуда, покебол мой спалил. Ладно, пошел ты. Заходи, подписывайся на канал Старый Пердун. Канал рассчитан на взрослую аудиторию, потому что канал ведет взрослый мужик, который прикольно ругается матом и также полностью погружает в игру. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, еще в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов. И, ребята, сразу перед тем, как начать видосик, не забываем лепить большущий палец вверх на вот эту серию. Если хотите, чтобы я выпускал Пиксельмон хотя бы раз в 2 дня, ну, по 3-4 раза в неделю, если вы, ребята, конечно, этого хотите. Давайте наберем 10 тысяч лайков на вот этой серии. Я действительно скажу вам большое спасибо, если мы вот это сможем сделать. И, в принципе, тем самым вы докажете то, что вам нравится Пиксельмон, и вы хотите видеть новые серии перед этим, как начнем. Также не забываем, ребята, подписываться на мой канал. Я буду очень сильно этому рад. Да, ну, котяры тут сидят. Так, ребята, что мы будем делать в этой серии? В первую очередь, сегодня мы заспавним нашу новую легенду. Легенду, которая называется Артикуно, да? Котяра, называется... Ладно, прости. А, ребята, заспавним Артикуно и также пойдем сразимся с командой R. Я надеюсь, что в этой серии нам хотя бы... Ну, немного получится победить. Хотя бы немного, потому что нам нужно пройти еще двух тренеров, чтобы пройти на верхние этажи, где будет сама Джесси и Джеймс. Джесси и Джеймс. Да, вот так. Да, ребята, в принципе, запасайтесь попкорном, потому что у нас опять полчасовая серия Пиксельмона. Я уже сказал, ребята, напишите в комментарии, нравится ли вам Пиксельмон и хотите ли вы, чтобы я дальше продолжал выпускать полчасовые серии. Да, есть ты кто такая? Так, ребята, куда нам нужно отправиться? В первую очередь нам опять нужно найти, ну, допустим, лаки-блоки. Почему? Потому что в прошлой серии, как вы, ребята, помните, может кто-то не помнит, я тогда напомню, мы открывали поки-лаки-блоки. И меня прям уже бес захватил, потому что когда я открыл поки-лаки-блок, который я скрафтил из 10 алмазов, и с него выпало... Что с него выпало? Вот какой-то сундук из него выпал, и там ничего в нем не было. Я, если честно, прям с ума сошел. Да, поэтому, ребята, сейчас нам нужно продолжать искать лаки-блоки. Чтобы дальше коллекционировать, собирать ресурсы для того, чтобы в дальнейшем открыть еще лаки-блоки. Да, а где мы еще не были, ребята? Вот, знаете, ребята, прямо сейчас задумайтесь. Знаете, что я вам скажу? Прямо сейчас. Вот есть у меня почему-то такое ощущение, то что к концу серии у нас заспамится новый легендарный покемон. Вот прям жопа чувствует то, что покемон сегодня будет легендарный. За исключением вот этого Артикуно, которого мы, в принципе, можем сами заспамить с помощью вот этого орба. Арбушки, да, кормушки нафиг. Поэтому, ребята, готовьтесь, я надеюсь то, что сегодня будет что-то крутое. Очень на это надеюсь. Ну что, ребята, мы будем продолжать. Знаете, ребята, что бы я хотел еще у вас попросить? Пожалуйста, помогите мне найти на вот этом сиде мира на версии 1.8.9 Майнкрафта. Вот, смотрите, я вам быстренько сейчас покажу в чате, делайте скриншот. Ребята, помогите мне, пожалуйста, найти джунгли, потому что это просто жопа. Это уже какая-то 50-я серия, я до сих пор не могу джунгли найти. Это что за сумасшедший дом? Это реально бред какой-то. Потому что за 50 серий я не могу найти джунгли. Мы уже нашли все биомы, которые только существуют в Майнкрафте. Но до сих пор не нашли конченые ёханые бабай джунгли. Я не знаю, где их спрятали. Я не знаю, где их на вот этой карте именно спрятали. Но я не могу их найти. Просто не могу. Поэтому, ребята, если хотите, можете мне помочь. Я буду очень сильно этому рад, ребята. Вот увидите сид этого мира на экранах. Грэдбольчик, нормально. Потопали. Да, влетит ты уже, зараза. А, кто у нас может заспавниться в океане? Днем никто не может заспавниться в океане, только ночью. Но если мы будем гулять возле какого-то там пляжа, допустим, той же ночью, то, ребятушечки, может быть шанс то, что нам заспамится суйкуна, я бы ехали, бабай, как бы хотел словить, вот честное слово. Но, джунгли, знаете что, вот я хотел в этой серии поискать джунгли, но не буду я искать.
Лучше, ребята, если вы мне поможете, это будет намного лучше. Пожалуйста, ребят, помогите мне найти джунгли, напишите в комментарии, на каких они координатах. Только не вздумайте меня троллить, допустим, кто-то там умник какой-то будет, да, найдет, не знаю, лаву какую-то и напишет, мол, Эдисон, вот там, смотри, на таких-то там координатах, плюс 100, 569, минус 420, находится джунгли. Я тут отпехнусь и шандарахнусь в лаву. Не надо, так, не надо. Так, ребята, кого нам нужно качать? Кого мы сейчас прокачаем? Нам нужно Эмпулеона прокачать. Да. Понятно, Эмпулеон. Понятно. Нужно, ребята, прокачать Эмпулеона. Он 47-й, а как вы знаете, мы прокачиваем покемонов до какого? До какого покемона мы прокачиваем? До 60-го. Поэтому, ребята... Поэтому нам нужно качаться. Нам нужно очень-очень-очень качаться. Очень качаться. Да, чтобы у нас все покемоны были сильные. Потому что, я вам скажу так честно, мне вот эта команда уже немного надоела. Я уже хочу другую. Поэтому Эмпулеон, давай. Да, давай, давай, шандарахни его на максимум. Давайте вылечимся. Покехил и полетим дальше. В принципе, вот тут бесполезно на пляже качаться. О, кстати, я там покебол видел, я чуть-чуть не забыл. Ты хотел спрятать, не спрячешь. Что-то дофига нам покеболов выпадает. Так. Не, мне показалось, это шайни, но это не шайни. Ладно. А, кстати, ребята, сейчас будет закат. А на закате у нас вот тут в саванне можно заспавниться также легендарный покемон Райку. Надеемся тоже. А знаете куда? На закате мы пойдем. Туда, куда надо. Не скажу, секретик, пока никому не скажу. Пойдем. А потом ночью или будем качать нашего Эмпулеона, или знаете что? Или пойдем искать Суйкуна. Одно из двух. Пока одно из двух, я пока еще не определился. Но что тут за новые биомы? Ну, в принципе, мы еще тут не были никогда. И до сих пор не нашли еще ни один лаки-блок. Ёханый бабая. Да, пожалуйста, хотя бы один. Ну шо ты скрываешь от нас, а, саванна? Не хочу я тут гулять, не хочу я тут летать. Чё-то тут ничего нормального нету. Сейчас, ребята, уже будет темнеть, и на закате мы пойдем в наше чудесненькое местечко. Чудесненькое местечко, да. Нету тут ничего, поэтому, ребята, знаете что, вот чё-то мне так кажется, что вот если я прямо полечу, то там будут джунгли. Вам так не... Вот, ребята, вот просто включите вашу интуицию. Вам не кажется то, что вот за этим лесом будут джунгли? Вот мне почему-то так кажется, а? Вот есть у меня такое ощущение небольшое. Не подведи меня ощущение. Я тебя прошу. Пожалуйста. Давай, джунгли миленькие. Давайте. Спамьтесь уже. 50-я серия джунглей до сих пор ёханый баба не могу найти. Ой, как сложно, ничего нету. Ладно, будем отсюда, да, тайгу нашли, в попу вашу тайгу, не нужна мне ваша тайга, а? Ладно, ничего нету, зато мы сейчас пойдем туда, куда надо, ребята, сейчас мы пойдем туда, куда надо, перед тем, как пойдем качаться, знаете куда? Flower Forest. English very good. Да, пойдем сюда, ребята. Кто не помнит, я вам быстренько напомню. У нас тут просто мистика, потому что в этом биоме у нас может заспавниться Селеби. В этом биоме у нас может заспавниться Райкваза. В этом биоме... в этом Райкваза. В этом Грудон. А в этом... Райкоу. Только с... как я стукнулся. Руками размахиваю тут. Локоть отбил. Главное, чтобы не заспавнилась Селеби, потому что Селеби у нас уже есть. Там босс был, или это Шайни, или у меня опять глюки. Опять глюки, да, я понял. Главное, чтобы не заспамилась Селеби. Потому что, ну, понятно почему. Да, Селеби у нас уже есть, зачем нам еще одна Селеби? А вот если Грудон заспамится, то будет круто. Я вам, ребята, сказал в начале серии, то что у меня прям есть такое ощущение, то что сегодня кто-то заспамится. Вот прям есть ощущение. Но пока никого нету, это меня смущает. Райкоша, Грудоша, давай, Райкваза, только не Селеби, только не Селеби, пожалуйста. Ну давайте, ну миленькие, ну не подводите, я пообещал то, что сегодня легенда будет. Помимо Артикуна. Пожалуйста, не подводите меня, а. Да шо ж это так такое? Ну еще есть время, еще есть там минуточка, чтобы они могли заспамиться. Но если сейчас даже они не заспамятся,
то мы пойдем, ребята, искать их, точнее, Суикуна на каком-то пляже, да? Потому что ночью как раз он спавнится. И также еще может, допустим, Кёгра какой-то заспавиться, да, помимо, помимо Суикуна. И, конечно, опять может Лугия заспавиться, которого мы уже 3 раза находили. Поэтому лучше, чтобы кто-то другой был. Ладно, никого тут нету. Поэтому, ребята, нам нужно идти какой-то пляж. Вот какой-то пляжик нам нужно идти. Так, куда бы нам, ребята, пойти? Вот допустим, давайте, ребята, пойдем сюда. Вот, хочу сюда. 4 759, 75, минус вот так. Хочу сюда пойти. Ой, чуть в лаву не упал, зашибись. Ну что? Давай. Суйкуша, вот. Будет Суйкуша этой ночью, я просто обещаю. Будет же? Вы мне, ребята, в этом поможете. Да, в этом вы мне, конечно, поможете. Надеемся. Кстати, ребята, если вот после этой ночи никто у нас не заспавнится, то мы пойдем заспавним в первую очередь, как я уже сказал, Артикуно. А во вторую очередь пойдем сражаться с командой R. Ну, с их помощниками я имею в виду, потому что мы еще даже их помощников не прошли. Но может кто-то да заспавнится, может кто-то будет нам сегодня Нет, мне показался это босс. Милосердный, да, какой-то будет Суикун. Я уже даже, ребята, заикаться начал, потому что я очень Суикуна хочу. Но не все так просто. Суикун это еще та гнида. В принципе, как все остальные легенды, также все гниды. Но главное, чтобы нам не заспавилась Лугия. В жопу это Лугию, мы уже ее находили 3 раза на стримах даже. Поэтому, Лугия, иди просто... В пень. Вот куда иди, Лугия. Нам нужен Суикун. Ребята, давайте держимся все за руки. Давайте возьмемся все за руки. И надеемся то, что Суикун заспамится сегодня. Заспамится? Нет? Мне кажется, что-то все как-то очень тихо. Никого нету. Но будем, ребята, надеяться. Пока такая минуточка интерактивчика. Ребята, я хотел вам сказать, не забываем добавлять меня в друзья ВКонтакте. Сразу, не падай в воду. Сразу, ребята, первая ссылочка в описании. Спуститесь под видео в описании. Там есть моя ссылочка на ВКонтакте. Подписывайтесь на мою страницу. Я буду очень сильно этому рад. Вот прям сейчас зайди и добавь меня в друзья. Подпишись, я буду очень сильно этому рад. Вот прям офигеть, как рад. Нет. Лишние разговорчики не помогли нашему Суикуну заспавиться, поэтому... В пень, еще раз скажу. В пень этого Суикуна. Пойдем, ребята, прокачивать нашего Эмпулеона. А утрецом мы пойдем заспавим легенду. И после легенды пойдем... Не падай. И после легенды... О, кстати, смотри, как тут красиво. И после легенды, ребята, мы пойдем... на команду R, как я уже сказал. Так, вот Суикун любит песочек. Суикуша, ты же у нас любишь песочек? О, кстати. Ой. Да. Могло бы выпасть бы что-то получше, а не вот эта темка никому не нужная. Никому не нужная, просто темка. Давай. Ну, хотя бы уже что-то. Но я не... В смысле? Я уже тут был? В смысле, я тут уже был? Ну давай, крылья расправляй и полетели. Мне нужно в ту сторону, потому что... Да, там пустыня, в которой мы еще не были. Я хочу открыть новую территорию, вот прямо очень хочу. И надеюсь, что там будут горы, потому что именно в горах спавнится Гроудон. Обрадовался Шайни Тропинчу. Ребята, дайте мне подумать и дайте мне посчитать, сколько Тропинчев я видел за последние 10 серий. Просто зато я сейчас вижу 2 лаки-блока. И что это было? Да. Железный блок, спасибо, я заберу. О, летающие, что это такое? Черепахи? Нет. Какие-то бабуины? Да. Не похоже. На черепаху, на бабуины похоже. Так, и что нам с этого выпадет, а? Какой газ, пиксельмонит? Покемон новый? Нет, не ловится покемон. Ты чё, мой покебол? Ах ты, паскуда, покебол мой спалил. Ладно, пошел ты. Иди сюда. Дальше. Кого ты? Нет, я думал, я покемон.
в жопу этого Гаста, просто психа меня чуть не сделал. Ну, прикиньте, открываете лаки-блок, а перед вами появляется Гаст. А, Гаст в покемонах. Как бы, покемоны, это, знаете, мир без мобов. Но когда у вас перед глазами спавнится Гаст, то... Что-то это... О-о-о! Босик, опа, опа. Так, да уйди отсюда, паскуда. Так, нам нужен, наверное, водный покемон. Покехил. Нам нужен Эмпулеон. Давай. О-о-о, красавчик просто. Еще разочек. Молодец. Молодчина просто. Молодчага просто. Так, это мы сюда. Так, почему у меня две алмазные кирки, я не могу понять. Ну да ладно. Давайте вылечимся и потопаем дальше. Ну, не зря мы сюда прилетели, уже хотя бы босика нашли. Это уже что-то. Это уже... Да, хотел полетать на эмполе. Я же говорил то, что суйкун будет. Так, бич. Ну, в смысле, не бич, а бич биом. Ну, не бич, а, ну вы поняли. Так, не-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 не. Пожалуйста. Суйкун, я же вижу, ёханый бабай, это ты. Бич биом, да. Пожалуйста, да, покажись ты. Ребята. Ищите нафиг, если найдете Суйкуна, сразу пишите в комментариях, где он заспавился, потому что я его не вижу. Так. Зато вижу лаки-блок, да, в жопу. Пожалуйста. Я не хочу очень далеко улетать, потому что он просто пропадет. Мне кажется, он уже пропал. Так. Ну шо, ребята, йо, как дела? А вы мне не верь, вы мне не верили? Я же говорил на начале серии то, что мы сегодня словим Суйкуна. Говорил. Вулям, вот он ваш Суйкунчик и мой Суйкунчик, потому что я люблю Суйкунчика, главное его сейчас не убить, вот, нормально. Давайте его еще раз шандарахнем. Чем меньше ХП, тем лучше. Тем больше шансов словить его обычным болом. Чтоб, допустим, не тратить на него какой-то там... другой, да? Допустим, еще раз Даском. Ребята, офигеть. Я когда увидел то, что Суйкун заспавился, я чуть в обморок не упал. Так. Нетбол, квикбол. Давайте квикболом постараемся. Если нет, то сразу ловим мастербол, потому что он сейчас умрет. Так, ладно, все, Суйкун, харе. Вы понимаете, если я сейчас его попробую словить еще каким-то другим болом, то на следующий ход он умирает. Поэтому давайте лучше не будем выкобыливаться, сразу закинем его в мастербол. И просто с легкостью на душе скажем то, что мы словили новую легенду Суйкуна. Ребята, вот, вы согласны? Вы сейчас согласны, то, что 10 минут в поисках просто не прошли зря. Не прошли зря. Потому что мы реально 10 минут сейчас летали. Но это не было зря. Потому что, как вы видите, в конце концов мы словили Суйкуна. Я сейчас буду ржать, если тут еще сейчас Гроудон заспавнится, я вообще обосрусь от смеха. Так, это, кстати, Шайни, да? Да, это, кстати, Шайни. У нас Шайни вот этого нету. Нужно словить! Давай. Вот сразу, вот представьте, легенда, и сразу за легендой идет Шайни. Вот прям чудо-юдо какое-то. Так, квикбол, у нас есть 55 квикболов. Данз, да, как тебя там зовут, я не представляю, но лучше, конечно, ты залезай в покебол, потому что у нас 55 квикболов! Я на тебя все квикболы потрачу, но я тебя словлю. Поэтому давай, зараза, не ленись и залезай нафиг. Давай! Пожалуйста. Миленький мой. Да, ах ты, собака. Животное. Так, давай. Давай. Ребята, а ну. Словится? 50 на 50. В смысле? А, не, мы его словили. Прости. Я уже его начал, да, материть, но все нормально, мы его словили.
Круто! Вот я честно рад, что мы словили Суикуна в этой серии. Это просто офигеть, ребята. Так, круто. Круто, ну что? С легкостью можно отсюда уходить. Давайте еще проведаем вот этот магазинчик. Может там... Осторожно. Может там в магазинчике что-то будет полезное. Надеюсь. Да, топай ты давай уже. Давай, приветики, комары. Да, ну давай, ой, сюда, а ну сюда. Здрасте, мордасте. Что-то полезное у вас будет? Нет, жопашник, а у тебя что-то полезное будет? Ультраболы, гредболы. Ничего полезного, ничего нету. Так, ладно, ребята, идем Team Rocket. И сейчас будем собирать команду мечты. Просто команду мечты. Идем вот сюда. Это выложим. Но в первую очередь давайте, ребята, посмотрим наших пас. Где Суикун? А, вот Суикун, я уже обкакался, где он. Вот смотрите, давайте вот вылечим. Ай! Просто кайф! Ребят, на нем еще кататься можно. Смотри, как... Еще потопчем. Котят. Ой, проститесь. Ой, я не хотел. Ай, задавил, извините. Нет, ладно. Так. Давайте, ребята, будем сейчас собирать команду. Суикун, это у нас получается только то, что у него защита... А скорость отнимается. Такое себе удовольствие. Ну да ладно. Так, Суйкуша, мы тебя, конечно, все очень сильно любим, но ты нам пока не нужен. Давайте возьмем. А луги, кстати, какие? Нормальные атаки вообще есть? Не. Хрен. Так, давайте возьмем Забдуса. Потом. Нужно еще кого-то взять. Потому что я, если честно, даже не помню, сильны ли тут покемоны или нет. Какие у нас самые большие покемоны? То есть, самые большие уровни. Старраптор? Ну, значит, берем Вулкарону, берем Забдоса. Берем... Давайте Лукарио возьмем. Давайте возьмем... Серпериора. И... Вапуриона. Есть смысл брать Вапуриона, потому что... Нам нужны водные покемоны. И давайте возьмем. Вот я не знаю, стоит ли Старраптора брать. Да твою-то задницу, Харе уже вот тут заколебал. Так, давайте вылечим. И сейчас, ребята, нужно подумать. Нужны ли нам какие-то зелья или еще что-то? У меня, в принципе, в инвентаре ничего нету. Но мы можем отправиться быстренько домой. Вот сюда. И попробовать найти какие-то ревайвы. Потому что они реально нам помогут победить. Так, возьмем вот это ревайв, возьмем Full Heal, Hyper Potion. Мне кажется, вот так хватит. Да, думаю, давайте еще вот этот один возьмем. Вот эта фигня никак не успокоится, ты еще до сих пор долбишь тут. Долби, значит, вот это. Молодчага, просто красавица. Так, Team Rocket, ребята. Ну что, вы готовы? Я нет, но все же. Кстати, я забыл то, что нам нужно будет купить... Еще один мастербол, потому что я этот мастербол припасал на Артикуну, но, как видите, неожиданные обстоятельства, мы словили Суйкуна, то нам нужно будет покупать еще один, но тут мы уже были, нам нужно будет покупать еще один мастербол, а мы, конечно, это все купим. Ну что, говнари, ну, в смысле, красивые миледи, да, 70 уровень и 75-й. Как видите, ребята, покемоны у нас 61-й, 60-й, 60-й, 60-й и 70-й. Против 70-х уровней. Не очень. Ну ладно, Вулкарона, давай в атаку. Флорион. Не очень удачно я кинул. Так, ладно. Вапурион, давай в атаку. Давай, Вапуреша, давай. Мадди, Гидро. Вот, давайте Гидро. Вот, красавец просто. Ребята. Да кто там пердит за окном? Мотоциклисты конченые. Ребята, 5 на 6. Голем. Шайни голем. В принципе, голем это каменный покемон, а водный против каменных справляется по идее на отлично. Поэтому даем шанс Вапуриону. Да! Да, Вапуриоша, да. Давай, паскуда. Так, замечательно, ребята, замечательно. 4 на 5. Флеймчардж. Нет, не справился. Так, Флайгон это... Это Дарк и это летающий.
Давайте Стараптора попробуем. Я просто даже не знаю. Да нормально. Только не убивай нас. Давай, Стараптор, прорви ему задницу. Не-не-не-не, успокойся, успокойся, успокойся. Да ударь ты. Так, сейчас. Не хочу я ловить. Так, баг, ребята, давайте вылечим его быстренько. HP Restore, давай, давайте. Нет, Battle Items, нет, статус, Full Heal, вот. Давайте Full Heal на нашего Стараптора. Я же сказал Full Heal, дебила ты кусок. Так, водный. Кто отлично справится против водного? Серпериор, по идее, должен справиться против водного. Так, замечательно. Так, Лукарио. Так, сейчас. Забдос. Молчиги, да. Да, молодец. Так, давайте быстренько. Ревайв. Кого? Давайте Стараптора. Так, замечательно. Замечательно. Так, Лукарио. Close Combat. Тихо. ХП. Нет, не Покеболс, а Battle. Не Battle Item статус. Лукарио. Да успокойся, ты дебила! Так, убили. Эмфорос. Остался, ребята, Эмфорос. Сложно. Эмфорос это электрический. Кто отлично справится против электрического? Ребята, мы уже дошли до последнего покемона. Это Эмфорос. Нам нужно кого-то воскресить. Макс Ревайв. Кого? Серпериор против электрического. Давайте Серпериора. Ладно. Стараптор. Давай. Давай, ты еще можешь затащить Стараптора. Серпериор, на тебя вся надежда. 40% ХП против 95. Давай, последний удар. Ребята, смотрите, что мы выбили. 2 Макс Ревайва. 5 левел болов. И сколько покеболов? И где-то 16 покеболов. Как раз на один покелаки блок. Эх, Дивуля, ты будешь у нас следующий. И с этой Дивули, наверное, 100% выпадет пропуск, который будет дальше вот сюда. Вот сюда, за вот эту дверь. Так, одну мы уже победили. Мы, в принципе, ребята, можем прямо сейчас еще на вот эту напасть, но давайте сохраним вот эту Дивулю на следующую серию. Все же мне вот так кажется. На следующей серии нам как раз... Она пригодится. Одну мы уже прошли, и в принципе это очень даже круто. Сейчас давайте, ребята, возьмем обратно нашу команду, потому что ее нужно будет прокачать. Так. А вот эту команду, смотрите, Забдус и вот эти все сохраним вот тут в последней ячейке. Чтоб на следующую серию также их взять и пойти вздрючить другую бабулю. Ну, бабулю, Дивулю. Так, сейчас. Хилки можно выложить быстренько вот сюда. Да. Потом. Это сюда. Так, 1, 2, 3, 4. Замечательно. Потом. Так, и сюда вот так. Замечательно. Тут я что могу выложить? Тут ничего, а вот тут... И тут ничего. Ребята, уже вообще нигде места нету. Так. Вы как видите, ребята, Макс Ревайв, вот эта фигня, вот этот Макс Ревайв именно затащил. Потому что если бы я не взял его с собой, я бы... Попросту не смог бы убить последнего покемона Эмфора. Ну, вы сами видели то, что я воскресил Стараптора. Серпериора, и именно Серпериор затащил. Без него я бы вряд ли смог затащить. Поэтому, ребята, как видите, он все же зарешал. Да. У меня уже даже нету места, чтобы складывать все мои вот эти, как вы видите, шапочки. Поэтому, если честно, даже не знаю, куда мне и что мне вообще с ними делать. Давайте пока сложим... Даже не знаю куда. Но по идее это не шапоть. Вот, это хилка по идее. И вот это хилка. Ладно, давайте пока в хлам. Даже тут места уже нету. Ладно, давайте пока вот сюда. Ребята. Мне понравилось то, что мы затащили. Мне понравилось. Зашибись. Так, давайте быстренько пойдем еще поспим. Ой, в следующей серии, ребята, мы будем дальше прокачивать нашу вот эту команду, но, наверное, в следующей серии мы еще как раз заспавним Артикуно,
И заспавним также... А, не заспавним, а пойдем сразимся еще с другим помощником команды R. И потом, надеюсь, то, что когда мы получим пропуск и наконец-то откроем вот эти двери, которые там есть, то мы уже попадем к Джесси Джемсу и сразимся там, не знаю, за какой-то ценный приз, или за значок, или за какого-то просто супер редкого покемона, потому что фиг его знает, каких покемонов они там украли. Может, реально не украли кого-то редкого, я смогу... одолжить его себе, да, одолжить его себе. Поэтому, ребята, сейчас мы будем уже заканчивать. Большущее спасибо вам за просмотр, ребята. Ставьте большой палец вверх на вот этот видос, если вы хотите, чтобы я дальше продолжал снимать покемонов. Буду очень сильно этому рад, если мы наберем 10 тысяч лайков. И также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень сильно этому рад. И добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Как я уже сказал, самая первая ссылочка в описании. Ребята, встретимся завтра. Видосы на моем канале выходят каждый день. Приходите завтра, смотрите, я буду очень сильно рад вас опять увидеть вот тут. Еще раз скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.